наш автобус зелененький. Остановка 15 минут. Нам сказали, что Авсака Бевакаша. Ну, Бевакаша, конечно, он не сказал, но наша учительница всегда так говорит, поэтому мы тоже так говорим. Здесь какая-то общая остановка, потому что очень много автобусов. Здесь Липахтекбери, Макдональдс, он закрыт почему-то. Да, и он туалет там, чистый. Видите, Макдональдс. Вот. Туалет хороший, да. И главное, бесплатно. А все, что бесплатно, мы очень любим. Вот такие дела. Ребята, мы доехали до Бершевы. Ой, до Бершевы. Мы уехали из Бершевы. Ребята, мы доехали до Эйлата. Ехали мы в общей сложности 3,5 часа из Бершевы. Вот, билет стоил сколько? 23 с чем-то там шекеля на человека. Мы купили вчера онлайн-билеты сразу туда-обратно. Сегодня автобусы ходят до 15:30. Точнее, в 15:30 последний автобус. Вот так вот. Ребят, кто помнит этот знаменитый мост? Тимур снимал во влоге вам. Мы уже совсем скоро увидим море красное. Я впервые на Красном море. Посмотрим, надеюсь, понравится мне. Ну, в принципе, мне любое море понравится, я думаю. Дорога на пляж. Я надеюсь, а то Тимур меня ведет кругалями. Да, красиво. И мне кажется, здесь немножко другие пальмы. Ну, не знаю. Может быть, это уже я придумываю себе. Искупались в море и сейчас идем по делам. Мы вообще-то сюда приехали и по делам тоже, и на море. И так как сегодня ем шиши, то мало времени у нас, но ничего, мы все успели. Самое главное, искупались в море. Надеюсь, вам что-то видно, потому что я вас вообще не вижу. Но зато вот, надеюсь, показываю вам море. И призываю прям тех, кто в Израиле. Тем более в Бершеве всего 3,5 часа. Съездите на Красное море. Оно крутое. В октябре можно еще. В октябре вообще супер. Никогда не думала, что я буду в октябре купаться в море. Которая будет находиться в 3,5 часах от меня. Это очень круто. Ребята, у меня новость не очень. А камеру, которую мы хотели купить, ее у нас из-под носа, можно сказать, увели. Купили сегодня утром, пока мы были на море. Ну, возможно, когда мы ехали еще. И мы сейчас в таком большом торговом центре ищем камеру. Ну, я, конечно, очень сильно расстроилась, потому что я уже надеялась, что у меня будет камера.
может быть, что-нибудь найдем.